Мы начинаем нашу очередную встречу цикла «Человек в других людях». Меня зовут Дмитрий Веденяпин. Я очень-очень рад, что мы сегодня смогли, ну пусть онлайн, но все-таки собраться. И спасибо всем, кто присоединился к нам вот сейчас и будет, может быть, участвовать в разговоре, потому что я просто два слова скажу для тех, кто, может быть, первый раз к нам присоединился, что обычный сценарий вечера такой, что вот я прошу гостя сказать то, что он хочет сказать. Ну, это занимает по-разному, так сказать, от там 40 минут до часа, как пойдет. Вот, здесь все зависит от гостя, никаких ограничений нет. Вот, а потом какие-то, ну, обычно, да, какие-то вопросы, разговоры, если получаются и так далее. Можно будет включить микрофоны, да. Ну, цикл уже идет около 8 лет. Я очень эту программу люблю и дорожу возможностью, поговорить с людьми, которых я приглашаю, которых прошу что-то нам сказать о людях, которых они ценят и которые по каким-то причинам для них важны, да, ну и не только о людях, а о разных вещах, которые их волнуют сегодня. Вот, я не буду долго, распространяться про саму программу, просто скажу, что для меня, и мне кажется, не только для меня, это какая-то, знаете, ну, хотя, и мне уже не так мало лет, хотя кажется, да, что я еще очень молодой, но так, вообще говоря, уже не очень. Вот. И тем не менее, как-то все время думаешь, а как жить дальше. Вот я хочу об этом сказать. Что и как вообще, может, все идет, ну, как-то, да, мы не уверены, мы же не знаем на самом деле, да, как правильно, как не... Я во всяком случае. Вот. И поэтому и ждешь каких-то, ну, не то что советов, но каких-то уроков. И я иногда их получаю из этих разговоров вот в этом цикле, да, как-то, ну, что-то чуть лучше как-то начинаешь вообще понимать. Вот можно так, можно как-то, ну, в общем, лучше жить можно, чем ты живешь. Вот, два слова о госте. Я хочу сказать, что... с Эльдаром Галеевым, вот нашим сегодняшним гостем, я страшно, Эльдар, вам благодарен, что вы согласились принять участие в этой программе и нашли время на это и так далее. Меня познакомил такой замечательный поэт Вячеслав Попов, который тоже сегодня здесь уже присутствует и, я надеюсь, примет участие в разговоре. Вот, он привел меня в галерею Эльдара Галеева, о которой я слышал раньше, но никогда не был. Вот это все происходило там, может быть, когда? 2 месяца назад или 1,5 месяца назад. В общем, совсем, совсем недавно на выставку, Лебедева и Остроумовой, Лебедевой, вот, таких замечательных художников, я бывал, естественно, в разных, галереях до этого и на разных выставках, и вообще представление о хозяине галереи у меня, какое-то есть, и когда вот появился, может быть, это неправильное представление, но у меня было какое-то представление о каком-то, не то что важничающем человеке, но о каком-то таком, И появился Эльдар без всякой, ни грана фанаберии, да, и он просто, провел абсолютно гениальную такую экскурсию нам. И я, конечно, сразу понял, что вот наш человек, да. Я страшно благодарен, Эльдар, вам и за эту экскурсию, которую я помню до сих пор. И еще раз говорю за то, что вы приняли мое приглашение. И сегодня будете, нам что-то рассказывать. Эльдар – знаток совершенно искусства, это совершенно очевидно. Вот, и, просто достаточно 10 минут с ним поговорить, это становится ясно. Я, готовясь к лекции, послушал ваши, к этой встрече нашей, послушал ваши
какие-то видеоинтервью, лекции, которые есть, да, в записи. И, ну, еще раз поразился, как прекрасно вы рассказываете, сколько вас, как, ну, я скажу, да, может быть, кто-то еще не знает, что Эльдар коллекционер и галерист, и куратор всяких выставок, и знаток искусства, да, еще раз повторяю. Вот, и сколько, ну, мне кажется вообще, чтобы быть коллекционером, нужно обладать какой-то детскостью. Ну, в этом занятии, мне кажется, есть много детского, а чтобы быть куратором и я не знаю, хозяином галереи, нужно быть довольно взрослым, мне кажется. И вот это сочетание, оно какое-то удивительное, редкое. И, в общем, я замолкаю. Давайте слово Эльдару, и потом, я надеюсь, мы еще поговорим, пообщаемся как-то, и будут какие-то вопросы и вот у наших слушателей, и у меня. Все, извините, что я так затянул это представление. Эльдар, вам слово. Теперь мои слова, мой черед благодарности вам, Дмитрий, участвовать в веденяпинских чтениях, позвольте мне так называть это мероприятие, но я думаю, что широта интересов людей, которые к вам приходят, рассказывают, просто поразительная, и надо сделать так, чтобы людям было интересно, потому что говорящая голова, особенно в течение долгого времени, это довольно-таки скучное занятие, но нужно сделать так, чтобы это выступление не вызвало впечатление зря потраченного времени. Но, насколько я понял, вы мне дали зеленый свет на определенный уровень откровенности. Абсолютно. Поэтому я сегодня, может быть, даже буду делать основной упор не столько на искусстве, сколько вообще на жизни, на обстоятельствах, на людях, с которыми меня сталкивала судьба. И это скорее будет такой микс жанров. Этот разговор можно считать как беседы на заваленке или сообщение пациента в клубе анонимных алкоголиков, как угодно. Пожалуйста, как угодно. Или доклад в почтенном обществе все еще живых и еще не мертвых поэтов. Да, в общем, это действительно некое такое вот сочетание, вот то, о чем вы говорили, вот и детскости, и взрослости в одном флаконе. Это все только приветствуется, и я буду рад, если будут возникать какие-то темы побочные, которые смогу рассказать. Но еще хочу сказать, что вопросы из зала абсолютно приветствуются, но я не могу гарантировать, что на все я смогу ответить с удовольствием. Поэтому, если коллеги мне в случае за мои неловкости и неудовлетворяющие их ответы покажут мне желтую или даже красную карточку, я возражать не буду. А более того, даже приму к сведению. Еще я хочу отметить, что название нашей беседы, оно не имеет ничего общего с тем, о чем, возможно, мы будем говорить. Это такая вывеска, но, Дмитрий, мы с вами это обсуждали. Да-да-да. Вывеска немножко такого, в виде такого отвлекающего маневра или для заметания следов. Может быть, но вообще даже это интригующее, вот не современное искусство. В этом есть какой-то глубокий смысл, который мне интересен. Да, это скорее взгляд, обращенный на себя в прошлое, внутрь. Знаете, я раньше этим не занимался вообще, или если занимался, знаете, это как-то все было походя. Вообще, надо сказать, что жанр воспоминаний, реконструкции каких-то событий, мемуаристика, это связано с определенными изменениями. Ну, прежде всего, с возрастными. Давайте будем честными. Лев Самуилович Клейн, с которым я общался некоторое время тому назад, к сожалению, он и не покойный, он историк, философ, он как-то высказал мне такую идею, что вообще обращение к мемуарам, к воспоминаниям, это свидетельство угасания либидо, это угасание сексуальной активности в разных проявлениях. Он сделал этот вывод на основе заключение Жана Бодриара, когда он писал свое эссе «Коллекционирование», а я увлекался вопросами коллекционеров и коллекционирования,
Бодриар как раз и говорила о триумфе бессознательного дискурса вот в этом феномене, и Клейн как раз вот делал такие выводы, что понижение, так сказать, репродуктивной функции и эректильной тоже, это связано как бы с вопросами коллекционирования и с воспоминаниями тоже. Так что понимайте, как хотите, я открыл вам все карты. Хорошо, буду думать. Но я начну с того, что все-таки, да, жизнь – это такая вещь, где есть люди, есть влияние этих людей, и обращенный взор на этих людей – это способ как-то понять, насколько эти влияния сильны, продолжаются ли они какое-то время или они уже умерли. Начинается ли жизнь какого-то нового инфлюенсера, да, человека, который влияет на тебя, или все покончено с прежним. И вот эта непрерывность дает как раз ощущение свежести, что сегодня ты равняешься на одних, завтра на других. И мне кажется, что я должен начать прежде всего с тех, с кого, собственно, начинаются мои корни. А это мой дед, его звали Бахтияр, и он был счастливчик. И это не какая-то коннотация, это не игра слов, это прямой перевод с тюрка, с тюркоязычных. Собственно, Бахт, основа его имени, это счастье. И он как бы был олицетворением этого счастья. Я думаю, что родители намеренно давали ему это имя с тем, чтобы у него жизнь сложилась счастливо. Но жизнь сложилась, к сожалению, не так счастливо, как хотелось бы. Дело в том, что вот эти вот перипетии, действительно, то, куда кидает жизнь, в какие крайности, и сейчас по истечении там почти 100 лет, это вызывает просто оторопь и иногда разочарование, а иногда просто и дает какую-то дополнительную энергию, потому что ты понимаешь, что впереди возможно все. И дед мой в возрасте 23 лет начинал свою деятельность носильщиком на Казанском вокзале. И это была такая история, когда, ну, вы знаете, что, я не знаю, как часто люди из нашей аудитории ездят железными дорогами, но вообще раньше это была популярная профессия, необходимая профессия. Это был 20-21 год, Казанский вокзал был еще недостроенный, но уже была группа определенных выходцев из Татарии, из Татарстана сейчас, как говорили, да? И это сейчас, последние там 10-15 лет, мы говорим о том, что носильщики на Казанском вокзале преимущественно татары, выходцы из Нижегородской губернии. А тогда это были выходцы из Казанской губернии. И была непрерывная такая борьба, знаете ли, почти мафиозного плана между татарами-нижегородцами и татарами-казанскими. Надо сказать, что татары вообще, они очень этнически разобщенные люди, они постоянно спорят, выясняют отношения, кто прав, кто виноват. И вот, в общем, так вот начиналась вот история становления моего дедушки, который таскал чемоданы. И прошло какое-то время, он вернулся на родину и стал одним из руководителей райпотребкооперации. Это было, случилось уже в конце 20-х, начале 30-х годов. Надо сказать, что до конца жизни он придерживался, когда писал письма своим соратникам, друзьям, сверстникам, он исходил из того, что я видел эти письма, я держал их в руках, они были написаны на староарабском татарском языке, и вы должны понимать, что это арабская вязь, но это, тем не менее, татарский язык. Дело в том, что до 27-го года письменность была в виде арабской вязи, а потом вот таким вот императивным утверждением власти был выдворен яналиф, так называемый, это новый алфавит в татарском языке, в котором все было латинизировано. И, в общем-то, люди исходили из того, что есть латиница, и язык как бы из арабской письменности стал уже латинообразным.
Так вот, дед, насколько я помню, его до 70-х, до конца 70-х годов, он неизменно писал письма на арабском шрифте, как бы тем самым присягая на верность тем годам своей молодости, когда он, в общем-то, становился на ноги. И вот в 30-е годы Райпотребсоюз или Горпотребсоюз, или уже республиканского значения, он один из руководителей. И, как сейчас говорят, он попал под замес именно в 37-м. Один из его друзей дал ему такую метку, сообщение о том, что этой ночью сегодня приедет черный воронок, и, в общем, все. А у деда 5 человек детей, большая семья и дом в центре Казани. Кстати говоря, этот дом, ныне уже не существующий, его снесли казанские власти, но он был расположен в старом таком месте казанском, который назывался Суконка. Суконка – это такое родное место для Федора Ивановича Шаляпина, кстати говоря, он там родился. И для, что интересно, для Вячеслава Скрябина, такого старого большевика, который принял потом себе псевдоним Молотов. Так вот, буквально вот в паре домов от нашего родового имения, что ли, поместья, не знаю, дома, если можно так сказать, находилось место рождения бывшего предсовнаркома, будущего предсовнаркома. И что было делать ему? Он просто пришел домой и сказал своей жене, моей бабушке о том, что все, мы собираемся в путь, вы собираетесь в путь. К утру все было готово, дети были подготовлены, скарб был весь связан. И ранним утром он на каких-то повозках, подвозах отвез их куда-то на вокзал, где был какой-то вагон. Их загрузили, чуть ли не теплушка. И эта теплушка шла до места назначения к друзьям, к дальним родственникам моего деда, которые жили в Туркмении. Мои родные добирались до этого места более 40 дней. Понятно почему, это 30-е годы, 37-й год. Я не знаю, были ли у них какие-то документы проездные или их каким-то тайным образом эвакуировали туда. Ну, в общем, они добрались туда вот буквально за эти 40 дней. Какая-то вот символическая такая цифра, знаете ли, 40 дней, она все время витает в нашей семье. И дед пустился в бега. Мы до сих пор не знаем, где это было, но приблизительно это какие-то красноярские места, это Сибирь. Тогда было такое правило, что если ты в течение какого-то времени исчезал из поля зрения НКВД, то органы теряли интерес к тебе, и дальше им неинтересно было распутывать этот сложный клубок, писать какие-то запросы ведомства, там, найдите такого-то человека, объявлять всероссийские поиски внезапно исчезнувшего субъекта. И, в общем, какое-то время ему нужно было скрываться где-то, там, на лесоповалах, там, я не знаю, в рыбохозяйственных там, общинах, ну, где-то что-то на Енисее, с тем, чтобы все улеглось. Но улеглось это довольно не скоро, потому что мой отец, будучи увезенный туда вместе со своими братьями и сестрами, практически все свое военное детство провел в Туркмении, в маленьком местечке Куня-Ургенч. И это место теперь расположено буквально в нескольких километрах от города Нукуса, куда я неоднократно приезжал, когда подготавливал выставку памяти Савицкого, легендарного директора музея в Нукусе, с его легендарной коллекцией русского авангарда и поставангарда. И мне очень хотелось пересечь эту границу, и я попросил там водителей, людей, которые могли бы мне помочь в этом, чтобы оказаться в этом месте, где моя семья провела несколько десятков лет. Это с 37 по примерно 53-54 год. Но, к сожалению, вот эта разобщенность, вот эта сепаратность между странами
Узбекистаном и Туркменией, отсутствие виз в Туркмению мне не дало возможности съездить туда, но по фотографиям того времени, 40-х, 50-х годов, я видел, я их до сих пор храню, это замечательные памятники древности, архитектурные памятники 12-го, 13-го, 14-го века, изумительные минареты, которые стояли тогда, я не знаю, что с ними сейчас, потому что свежих, современных фотографий я не вижу. И вот семья провела там, сохранились фотографии, как я сказал, уже послевоенного времени, но отец, будучи тинейджером, никогда его не было там в сопровождении отца, его отца, моего деда. Из чего я делаю вывод, что дед объявился на горизонте где-то, наверное, в районе 55-56 года. И это, в общем, делает понятным мне теперь, насколько актуален и точен во многих отношениях роман Гузель-Яхиной «Зулейха открывает глаза». Вокруг Яхина, вы знаете, сейчас очень много всяких споров, дискуссий разыгралось в последнее время, но вот я по-своему, с точки зрения истории своей семьи, я как бы оцениваю эту работу по-своему. И я очень благодарен, что она одна из немногих на татарскую тему, татарскую историю писателей все-таки решилась на как бы создание вот этой хроники семьи на фоне вот этих вот катастрофических событий. У деда были братья. Один из его братьев по имени Файзарахман. И это означает победитель. Да, действительно, он был победителем, был очень способный, талантливый, и ему светила карьера какого-нибудь ученого, наверное, или, там, какого-нибудь значительного исследователя. Но сложилась так история, что его осудили. И если моего деда, так сказать, осуждали по непонятным каким статьям, в результате чего он пустился в бега, ну, я предполагаю, что он был связан все-таки с националистическими кругами. Очень часто татарских интеллигентов осуждали по этой статье. Но вот в случае с моим другим дедом, как бы мой, я его внучатый племянник, Файзарахман, там речь идет об уголовном преступлении. И вы знаете, что имя его «Победитель» в переводе с тюркского, с арабского, может быть, даже, или с персидского, наверное, правильнее будет так сказать. А мы знаем, что победители не судят, но тем не менее он был осужден за убийство. Это очень драматичная история моей семьи. Дело в том, что, возвратившись как-то домой, он обнаружил свою жену в объятиях какого-то незнакомого мужчины. И в состоянии аффекта, как я теперь полагаю, и он заколол их обоих. То есть это было такое очень жестокое преступление. Расправа и с женой, и с ее любовником. И за что он получил 25 лет отсидки. И опять Сибирь, опять вот как бы вот в случае со старшим братом, с моим дедом, и ему также пришлось на 25 лет буквально уйти из активной жизни. И буквально вот к моменту его освобождения, это уже 50-е годы, и этот срок истекал, это был максимально допустимый срок. Наверное, то, что это было совершено в каких обстоятельствах, и помогло ему избежать смертной казни. И да, смертной казни не было, но вот эти 25 лет нелегких. И к моменту истечения этого срока случилась еще одна вещь. Дело в том, что он вступил в конфликт с неким уголовным авторитетом, который сидел с ним. И там было такое, знаете, выяснение отношений, кто кого, и в результате этого выяснения отношений он его убивает. Таким образом, ему еще опять продлевают очередной срок.
после которого он уже выходит уже в 60-е годы. То есть практически вся его жизнь была проведена на зоне, и не по политическим мотивам, а просто по уголовным мотивам. Но, выйдя оттуда, он обратился к исламу. И надо сказать, что да, действительно, у него так негласно считалось, что он был самый способный. И фактически он молодым человеком ушел в никуда и вернулся уже умудренным таким едва ли не стариком. Он знал наизусть очень многие суры из Корана, свободно говорил по-арабски. И когда он освободился, и когда уже он начал свою мирную гражданскую жизнь в Казани, может быть, даже зарабатывал он тем, что его приглашали на различные ритуальные действия. На похороны, поминки, свадьбы, с тем, чтобы он мог декламировать, отпевать, декламировать тексты из Корана наизусть. Надо сказать, что это действительно искусство такого артистического плана, потому что мало прочесть этот текст. Его надо прочесть так убедительно, чтобы это вызвало эмоциональный отклик у слушателей. Это даже не просто декламация, это мелодекламация. Как бы это без музыкального сопровождения, акапелла. Но это вот так же, как в поэзии поэты читают стихи нараспев. Мы знаем, один из самых ярких примеров – это Бродский. Так вот, вот такое чтение стихов, оно немножко сродни с тем, чем занимался мой дед, когда читал нараспев тексты из Священного Писания. И я тоже хорошо помню его свое детство, он меня любил очень, но у меня никогда не хватало смелости, я не был настолько крут, чтобы спрашивать его о подробностях его тюремной жизни, хотя мне это было дико интересно. Я зачитывался там, не знаю, Фенимором Купером и прочей такой вот приключенческой литературой. И, конечно, меня подмывало спросить, а каково же там было, но, не знаю, участие моих взрослых, которые смотрели на него чуть ли не с подобострастием, как-то останавливало меня в этом. Вот, ну, в общем, вот такие вот две истории моих двух дедов, и у вас сейчас сложится впечатление, что я из семьи, такой семьи, что это могло бы послужить слепком истории для, там, сериала «Бригада», наверное, с несколько криминальным оттенком. Но на самом деле был еще третий брат, и его имя было Абдурахман. Абдурахман в переводе означает «раб Божий». И он был, конечно, не такой кроткий, как имя его обязывало быть. Когда он меня брал с собой в баню, это было уже в 70-е годы, ему было 70 с лишним лет, и на правах там еще одного дедушки он принимал участие в моем мужском воспитании. И он брал меня в баню, в мужское отделение, и мне было дико любопытно, это было очень интересно рассматривать его тело, но не с точки зрения просыпающегося сексуального сознания, а с точки зрения того, что его, на его теле не было живых свободных мест. Оно было все в рытвинах. Это были такие заросшие следы от пулей, снарядов, чего угодно, осколков. Он прошел войну, он все 5 лет, 4 года отрубил, а даже он на финской еще побывал в войне. И просто удивительно, как он остался в живых, он дошел до Берлина. Дело в том, что он был таким сотрудником, назовем, да, сорокопяточником. Сорокопятка – это такой термин, обозначающий противотанковое орудие, пушку, которая стреляла снарядами 45-миллиметрового калибра. И это были все смертники, потому что, вы знаете, когда танковая атака идет, она предваряла то, что в дальнейшем производила пехота. Так вот, чтобы отразить танковую атаку, всегда вперед ставили смертников, сорокопяточников, которые расстреливали, может быть, удачно, может быть, менее удачно эти танки, но они подвергались как раз вот
первым ударом, и их просто месили почем зря. И вот я возвращаюсь к банному сюжету. Знаете, вот действительно это какое-то на физиологическом уровне было удовольствие смотреть. Удовольствие, да, это действительно для меня, ребенка, было удовольствие смотреть и видеть эту необычность того, что представляло его тело тогда. Это драматический момент, который я в юношестве тогда переживал. И это действительно на меня как-то повлияло. Вот я, испытывая как бы потребность видеть все необычное, читать все необычное, слушать все необычное, наверное, это тоже было какой-то такой визуальной инспирацией к тому, что ну, как бы я вот визуалист по роду своей деятельности, по роду теперь уже профессии своей, хотя моя профессия начиналась совершенно другого, но это немножко я опережаю события, это чуть дальше. Кстати, мой вот этот вот третий дед Абдурахман, будучи героем войны, у него было очень много орденов и медалей, получил свою отдельную квартиру, однушку, только в 75-м году, в ознаменовании 30-летия Победы, в возрасте 72 лет. То есть вот так вот Родина оценила по-своему, да, выразила свою благодарность. Причем, знаете, вот все эти вот мои деды, вот не так важна была их социальная и профессиональная занятость. Вот для меня тогда, да. Чем они занимались, где они работали, как они зарабатывали, какова была их профессия. Меня это совершенно не интересовало. Вот главное, что вот были вот эти вот истории прошлого, которые очень близко подходили к той мифологии, которая питала мое восприятие, разжигало мое любопытство и как бы восхищение этими людьми тоже в какой-то степени. Это, ну, знаете, вот один дед – беглец, другой – там убийца, третий – герой войны. Это такая смесь, в общем, каких-то действительно впечатлений, которые питают, наверное, детскую вот натуру. Я хочу вернуться к своему деду, к своему непосредственному по прямой линии деду. Дед Бахтияр. Он был очень набожный человек. Я всегда его помню с намазным ковриком. Когда он приезжал к нам, я родился в Ташкенте, и он приезжал к нам. Вообще у него было много детей, как я уже сказал, и любимым занятием деда с бабушкой в 70-е годы было ездить каждому из своих детей и побывать там, проведать, как они живут. И это была не неделя, не 10 дней, они жили иногда месяц. И вот как бы я рос, в общем-то, в русскоязычной среде. Мама у меня учительница в школе, отец у меня научный работник, доктор, профессор, доктор наук. И как бы было довольно неприлично видеть людей из книг, из прошлого, из кино, да, вот люди, которые такие архаичные, с какими-то намазанными ковриками совершают свои пятидневные молитвы, обращая свой взор к Каабе, в Мекку, под непонятно каким устроенным углом в этой комнате, в квартире. То есть это не прямым углом, а каким-то косым, я бы сказал даже, произнося какие-то фразы для моего уха совершенно новые, но очень певучие, очень музыкальные. Арабский язык вообще очень музыкальный язык. И да, это вот пятикратная молитва, но между тем был и досуг. И досуг был очень неправоверный, надо сказать, надо это отметить. Прости, дедушка, я об этом сейчас говорю. Мы любили с ним играть в карты, особенно в дурака. И мне это нравилось. Это развивало реакцию, это развивало тоже в какой-то мере воображение, потому что карты с нарисованными королями, королевами, вольтами, валетами, простите. И действительно, это все очень такое разнообразие визуальное. Ильдар, простите, а разве мусульманин не может играть в карты? Конечно, это азартная игра, это грех. То есть нельзя? Это да, это смертный грех.
Ой-ой-ой, я не знал. И, но самое интересное даже не то, что он был как бы активным доминантом в этой игре, простите, а в том, что он меня обманывал, он шулерствовал. И он особенно не делал из этого какого-то секретного факта. Я понимаю, почему он меня провоцировал, он меня вот как бы возбуждал на какие-то ответные действия. Это был верный ход, потому что я лез в драку, и мне хотелось его поколотить. Я с каким-то рычанием действительно набрасывался на него. Но это вызывало очень странную реакцию. Он просто смеялся своим сухим смехом, что выводило меня еще больше. То есть это было такое развлечение пожилого человека, что вот какой-то вот малец, мальчишка в полном спектре эмоций перед ним вот разыгрывает этот спектакль. Бабушка на него страшно ругалась, и это была такая вот почти итальянская семья, когда все кричат, все орут, я ругаюсь, все ругаются, и вот так мы выясняли отношения. Кроме того, мой исламофильный дедушка, он не мог отказать себе в удовольствии пропустить рюмку-другую спиртосодержащих напитков за обедом. Так что он был апологет так называемого, как теперь я понимаю, модернизированного ислама. То есть он был вот таким диссидентствующим исламофилом, человеком ислама, да? Ну, наверное, он мог себе это позволить, потому что вот годы скитания как бы выработали у него определенную привычку или уверенность в правоте вот этого шага не отказать себе выпить там 40-градусную, да, когда вокруг тебя полная антисанитария. И, по всей видимости, в Коране содержатся такие положения, которые оправдывают шаг человека съесть свинью, когда нет другой никакой еды, или совершить над собой такую лекарственную как бы манипуляцию путем потребления такого напитка. Так что все прощается. Он был такой вот исламский диссидент, что ли, да? И таким же диссидентом был его сын, мой папа, мой отец. Как-то аспиранты подарили ему ультракратковолновик, приемник ВЭФ. Я помню, это было в 70-е годы. У папы был свой кабинет, он все время писал статьи, он был занят научной работой, он работал в научно-исследовательском институте. И вот когда появился у него этот приемник ВЭФ, вдруг стали раздаваться вот характерный свист. И я стал заходить к нему в кабинет. Ну, сколько мне было лет там? 10, 11, 12, и он слушал голоса, и я тоже приобщился к этой вот слушательской культуре. Прежде всего, это «Голос Америки», BBC, это «Deutsche Welle», «Немецкая волна». Но там были еще такие забавные голоса, как «Голос Пекина», например. Я до сих пор даже помню позывные. Я не могу сейчас их пропеть, но, поверьте, я их помню. Я смогу, да, поскольку обладаю нотной грамотой, даже дописать в нотах. И совершенно безбашенное было радио «Тирана». Я не знаю, слышали вы что-нибудь про это или нет, но это, как вы знаете, Тирана – столица Албании, оттуда тоже, а поскольку там был свой тиран Энвер Хаджи, который был антисоветски настроен, поэтому его комментаторы по этому радио тоже антисоветские утверждения высказывали. Это было дико интересно, хотя это было довольно примитивно и смешно. И там не было никакой современной культуры, там не было музыки, там не было разговоров про кино, там не было про литературу, ничего такого. Но все равно это было забавно, что вот рядом с такими грамотными комментаторами, как Сева Новгородцев по радио BBC, был еще и такой вот комментатор радио «Тиран». А по «Голосу Америки» я слушал с удовольствием Билла Макгуайра. Может быть, кто-нибудь из вас помнит, это конец 70-х годов, и он вел передачи, посвященные рок- и поп-музыке. И таким образом я вот сумел проникнуть очень глубоко в теорию, в историю
рок-музыки, я знал всех победителей хит-парадов, я слушал первым, ну, как я мог слушать, вы понимаете, что работали глушилки, и все это доходило до нас в немного таком усеченном виде, приходилось прислушиваться, чтобы ловить эти отзвуки, но я учился в музыкальной школе, я мог как-то понять, как мелодика движется в том или ином направлении. И, в общем, это было все потрясающе, потому что это был абсолютно новый музыкальный язык для меня, непознанный доселе. И да, но об этом было очень опасно говорить. Мама у нас была очень строгая, она запрещала мне высказываться где бы то ни было, в школе, там, говорить ребятам, друзьям о том, что я слушаю, папа слушает, и вообще все мы что-то кого-то слушаем, да. И, в общем, это интересно было. Ну, стену Пинк Флойда я впервые услышал в 79-м, то есть по свежим следам, я был в курсе, довольно продвинутый был слушатель и пользователь. Знаете, вот не было тогда чувства опасности никакой. Вот несмотря на то, что мы совершаем некое какое-то замкнутое герметичное действие, которое приходит в противоречие с тем, что мы видим вокруг. Но все-таки были какие-то прорывы. Например, у нас собирались гости, друзья, родители. Это интеллигентная такая среда, и за столом обычно отец выступал против Брежнева. И это поддерживалось визитерами, которые начинали сыпать анекдотами. Вы знаете, анекдотная культура была очень развита тогда. И они говорили о бессмысленности партийных каких-то инициаций, действий и так далее. И при этом мама вызывала к разуму и говорила о недопустимости произнесения таких речей в присутствии детей. Делала замечания, но все это было бесполезно, потому что люди в подпитии не обращали внимания на какие-то преграды, говорили все, что угодно. Это был такой вот как бы герметичный мир протеста. И он был важен, как я сейчас понимаю, на тот момент. Но все друзья родителей и родители, все считали этот мир, этот режим обреченным. И вот их этот порыв, он немножко анекдотические формы принимал, конечно, потому что это все было как бы пересмешничеством, это не всерьез. Этот порыв распространялся также на нас. И та ситуация, она, конечно, в корне отличается от сегодняшней ситуации. Здесь, конечно, пострашнее все будет, но мы не будем об этом. И поскольку я говорю о людях, которые на меня так или иначе повлияли, но это не только люди, но еще и события некоторые. Вот, ну, мне вспоминается очень такой страшный в моей жизни драматический эпизод, который случился со мной. Мне там 11-12 лет, первомайские торжества, по разнарядке отцовский институт прикрепляют каким-то шествием, и после этих шествий они решили там возле партийного здания ЦК, Центрального комитета Узбекистана, там текла такая речка Анхор, очень быстрая, надо сказать, речка, она горная, с каким-то вот сумасшедшей скоростью проносящей свои воды. И с друзьями они решили там посидеть, отметить 1 мая и, там, с детьми, со своими, с женами. Это был такой завтрак на траве, пикник. И это было похоже на купание в этой речке Анхор с его немыслимым течением. Было похоже на кадры из фильма «Влюбленные» Эльера Ишмухамеда, если вы помните. Это фильм с участием Родиона Набхапетова и Марианы Вертинской. И там как раз речь идет о том, что вот молодежь, молодые ребята, они любовь, весна, брызги воды, свет, солнце, там фрукты, деревья, тень. Они с каким-то, не знаю, восторгом прыгают в эту воду, ребятня, и на каких-то там, я не знаю, надувных обручах, надувных кругах, напоминающих покрышки,
они в этом течении, как бы, да, они плывут, но надо быть очень, так сказать, тренированным и привыкшим к различным маневрам человеком и пловцом, чтобы по истечении какого-то времени, находясь вот в этом вот режиме, суметь все-таки как-то прибиться к берегу или зацепиться за корягу, там, я не знаю, какое-то препятствие с тем, чтобы тебя не унесло дальше, и все, каюк. И вот этот вот фильм, как бы вот такое вот романтизированное такое отношение, я, например, его не могу сейчас смотреть, потому что я оказался в этой ситуации, ситуации пловца, были мостки, какие-то дурацкие камушки, которые обязательно мне нужно было их промыть. Там отец наслаждается беседой, рассказы, знаете, это как охотничья беседа с картины Перова. И вот я мою эти камушки, и вдруг я оказываюсь в воде, в этом потоке, я ничего не смыслю, я ничего не понимаю, я не умею плавать, я не знаю, как совершать какие-то плавательные движения, и вот этот вот страх, он до сих пор во мне живет. Я вижу просто воду, этот мутный поток воды, потому что это горная река, пока она течет вниз с гор, она наполняется грязью, глиной. Это мутный поток, это непрозрачная вода, ты не видишь ничего. И очевидно, отцу кто-то сказал, что твой сын, ну все, он уже плывет где-то, что-то надо срочно спасать. И на счастье, на мое счастье, оказались какие-то ребята, практически вот те ребята из фильма «Влюбленные» Ишмухамедова, которые ринулись в погоню за мной. И вот путем очень правильных движений, ловких движений, они прибили меня к берегу и, в общем, спасли мне жизнь. Я наглотался тогда воды, они меня откачали. И отец был, конечно, просто в каком-то ужасающем состоянии, в жуткой фрустрации. Он отдал все, что у него было из кармана, все деньги, вся мелочь, я не знаю, часы, все материальные ценности, что были у него. Все было роздано этим ребяткам, которые спасли его сына. И поскольку у нас не было денег, у нас не было ничего, мы не могли даже сесть на какой-то транспорт, и мы шли с ним вдвоем пешком. И это было очень долгий путь, потому что мы жили на значительном расстоянии, я не знаю, это может быть больше часа, может быть больше полутора часа. Я навсегда запомнил этот путь вот, в абсолютном молчании. Он не мог вымолвить ничего, и вот он единственное, что по возвращении домой прошло какое-то время, он смог вымолвить что-то и рассказать, потому что он был буквально потрясен этим. Ну, я тогда как бы не понимал ничего, то есть вот эта вот грань между жизнью и смертью я не мог распознать тогда, а он, видимо, это ощутил всей своей кожей, и он с этим столкнулся, вот с этой опасностью утраты своего сына. И вот я вот сейчас вот пытаюсь как-то войти в его шкуру и почувствовать, что он тогда почувствовал. Это действительно очень такой серьезный момент, который, да, не мог пройти незамеченным. Надо сказать, что папа никогда мне не читал морали, он никогда не говорил мне о правилах поведения. Он всегда, куда он водил меня с собой, будь то там демонстрации по разнарядке, будь то футбольный матч, он был заядлым футбольным фанатом. И мы посещали с ним очень многие матчи команды «Пахтакор». Там, я до сих пор помню матч с «Динамо Киев» там, в 76-м году, когда «Пахтакор» победил 5-0. И я сейчас понимаю, что это была договорная игра, потому что класс этих команд был совершенно несоизмерим. Он меня водил в парк на карусели, но все это сопровождалось каким-то немногословием, что ли. Ну, как бы вот все это было вот на уровне междометий, никаких проповедей, вот ты должен сделать так, ты должен сделать эдак. Ничего этого я не помню. И однажды он меня, первоклассника, привел в пивбар. Да, и был такой эпизод в моей жизни, и там его встретили сотрудники его института, и им было что
обсудить какое-нибудь очередное назначение, очередную конференцию, статью, справку, отчет, я не знаю, там и так далее. Но на беду там, в этом пивном баре, оказалась моя учительница со своим мужем. И, в общем, на следующий день отца вызвали в школу. И мне неизвестно, о чем ему там говорили и как его пропесочили. Но после этого наши совместные походы в пивбар с ним прекратились. Да, и он, надо сказать, дал мне попробовать пиво. Страшно сказать, что если бы мой папа был бы как бы подвержен еще большим обсессиям, там, типа там, каких-нибудь более таких сильных вещей, но, по крайней мере, вот вкус пива я познал уже, будучи первоклассником. Да, как я уже говорил, мой папа вырос в Туркмении, в небольшом городке, но тем не менее он всячески пытался выбраться оттуда. Он играл за какую-то футбольную команду, он пытался там выстроить спортивную карьеру, не получилось. Но в конце концов он уехал в Москву и поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. И он ее закончил. В 1958 году, и надо сказать, что он рассказывал еще про свою подружку, как он ее называл, Люську. На самом деле это такая известная киноактриса Люсьена Овчинникова. Если вы помните фильм «Девчата», это одна из подружек, которая с героиней этого фильма, Кларой Румянцевой, жила в одной комнате с ней. И вообще Овчинникова она довольно часто снималась в различных кинопроектах. Так вот, они росли вместе, и Люсьена поступала несколько раз в Москве, пыталась стать артисткой, поступала в ГИТИС, у нее ничего не получалось. И по истечении какого-то времени ей удалось таки поступить. И заканчивали они примерно одновременно в те же годы, папа Тимирязевку, а Люсьена в ГИТИС. Но вот тут какие-то странные пересечения тоже вот произошли. Я как-то оказался в доме Заболоцких. К сожалению, я не застал в живых Никиту Николаевича Заболоцкого, но я был знаком с его вдовой Натальей Андреевной, которая показала мне свой фотоархив. И там среди фотографий Николая Алексеевича и сына его Никиты я обнаружил одну фотографию, где были изображены, где участвовали студенты. Это была студенческая фотография, там было много ребят. И там была Люсьена Овчинникова, подружка моего папы, которая разговаривала с Никитой, молодым студентом агрономического факультета Тимирязевской сельхозакадемии. А папа заканчивал именно этот факультет, и именно в эти годы. И когда Наталья Андреевна, невестка Николая Алексеевича, рассказывала мне о Никите, о его учебе в Тимирязевке, мы выяснили с ней, что мой отец вполне мог быть с ним знаком, потому что очень много было общих друзей, которые были изображены на этой фотографии. Такие странные пересечения. Но из своих впечатлений о Тимирязевке папа мне рассказывал о своем кумире. И этот кумир, не удивляйтесь, был Трофим Денисович Лысенко. На тот момент уже разжалованный такой миф, человек-миф, да, гонитель генетиков, морганистов и вейсманистов. И он неоднозначные вещи говорил. Он говорил о том, что это был очень справедливый преподаватель, замечательный лектор. И он рассказывал истории, как он принимал экзамены у студентов. Там, например, большая аудитория, куда входил Лысенко, который объявлял так: кто хочет получить тройку, поднимите руки. Там какие-то нерадивые студенты, которым не хотелось продолжать этот процесс сдачи экзаменов, поднимал руку и получали в зачетке тройку. Так происходил отсев. Потом, кто хочет получить четверку, говорил Трофим Денисович. И вот уже осторожные там ребята какие-то, уже не очень смелые тоже, значит, возникали на горизонте и уходили с тем же. То есть довольно либеральный такой был мужик. И вот остались ребята в аудитории, которым он говорил: так, ну а теперь мы с вами поработаем. И вот там вот было избиение младенца. Ну, в общем, это вот, я не знаю, байка,
ну, по крайней мере, рассказанное моим отцом. Да, что еще с моим папой? Он написал диссертацию, кандидатскую диссертацию. Она была основана на положениях, научных положениях и открытиях, сделанных во времена Хрущева. Вы знаете, что наука была партийной, она и сейчас в какой-то мере партийная тоже, да, но тогда была особенно. Партийность науки никогда не опровергалась никакими актами, фактами. И это было как бы такое равноправное движение партийности, наука. Так вот, случилось так, что готовая диссертация была практически пущена под нож, когда Хрущева отставили, ну или там, я не знаю, когда он ушел в отставку, то актуальность его диссертации оказалась равна нулю, и ему пришлось переписывать эту диссертацию. Я думаю, что это в какой-то степени его выбило из седла, но ненадолго, потому что он продолжал выступать автором многих публикаций в профильных изданиях, и он выпускал много аспирантов, у него было много кандидатов наук, десятки буквально, много докторов. А впоследствии он стал спичрайтером Шарафа Рашидова. Это главная фигура в Компартии Узбекистана на тот момент, в 70-е, 80-е годы. И хлопководство – это была такая важная дисциплина, это экономический такой был пунктик, по которому Узбекистан ставил рекорды, немыслимые рекорды. Мы собрали 5 миллионов тонн, мы собрали 6 миллионов тонн. И чтобы отчитаться перед брежневской кликой о том, что у нас в республике все хорошо. Ну, в общем, вот он писал ему эти все выкладки и справки по вопросам сельского хозяйства и хлопководства, но хотя бы этой близостью к властям он сумел для меня сделать очень важное дело, заполучить для меня, своего сына, разнарядку на поступление в Московский государственный институт международных отношений в Москве. Это была тоже такая идея фикс. Меня отговаривали все мои родные, родители, друзья и так далее. Говорили, куда ты лезешь вообще, что ты себе удумал такое. Но папа один был, поддержал, он меня сказал, что а почему нет, если это разнарядка от республики и с требованием того, что вот отучившийся в этом вузе человек, студент, возвращается назад и будет служить дальше на там, дипломатическом поприще для республики и так далее. И надо сказать, что эту разнарядку получить было невозможно, но я получил благодаря вот своей этой активности провластной. Да? Но тем не менее. Но про МГИМО и историю моего поступления я, наверное, скажу вам спойлер. Я не поступил в МГИМО. И там развивался другой сюжет, но второе, чему я был ему обязан, ну вот кроме того, о чем я говорил раньше, это тем, что папа подписывался на журнал «Иностранная литература». Вы знаете советскую систему подписки, да? Ну вот просто я разговариваю с людьми своего поколения, даже старше меня, и вы представляете, что это такое, когда в учреждениях, в институтах разыгрывались лотереи, кому что подписать. Подписные издания получить было невозможно, это была лотерея. И я не могу сказать, что папа был слишком умный, а все другие дураки, но почему-то люди подписывались на «Новый мир», на «Дружбу народов», на «Знамя», на «Звезду» с большей охотой, чем на «Иностранку», которая доставалась моему отцу, конечно, с нагрузкой, потому что, чтобы получить иностранку, нужно было еще в нагрузку подписать такой журнал, как «Вопросы агитатора», или там «Марксизм-ленинизм», или там «Вопросы научного коммунизма», ну что-нибудь такое, да, то есть вот не просто так вот ты должен получить кусочек тамошней жизни, ты еще должен быть еще подкованным к тому же. И вот я помню этот вот красный журнал «Вопросы ленинизма», который приходил почти одновременно с буквально тем, что я жаждал каждый раз, этот вот номер «Иностранки», который лежал в нашем почтовом ящике. В общем, это был волшебный мир, потому что я ненавидел все советское, я сын своего отца.
у него был брат, к которому мы ходили в гости, он очень гордился, у него на полке стояла полная история журнала «Дружбы народов», например, да, которая вызывала у меня просто приступ тошноты. Я не мог это листать, я не мог это читать, эти Чингизы, Айтматовы и прочее. Простите меня, кто не согласен со мной, но вся эта советская литература... Ну, я потом понимаю, что... Уже понял, что есть, конечно, вещи, и нужно разбирать зерна и от плевел отделять, и понимать, что не все было плохое, что-то было хорошее, были светлые пятна. Но вот журнал «Дружба народов» для меня это была просто красная тряпка для быка, а вот как бы наличие на полке журнала иностранной литературы – это знак хорошего вкуса. И здесь, да, действительно, вот я помню примерно 73-го года номера у нас были в семье, и папа даже иногда подшивал, потому что места не хватало. С приходом в семью иностранки вообще открылся просто другой мир. Наряду с голосами, да, которые поют для меня и только меня, а вот еще и пришло и слово. Ну, там в 73-м году я прочел «Шум и ярость» Фолкнера. Ну, может быть, нет, это были номера 73-го года. Я прочел, конечно, позже, да, потому что я не мог в таком еще раннем возрасте это читать, но просто они стояли на полке. Но были замечательные номера, там вот то, что я помню сейчас, это там «Рэгтайм» доктора, да, и его было невозможно читать, потому что это был перевод Аксенова, Аксенов любил повыпендриваться, как я теперь понимаю, и он делал свой перевод, который был конгениальный, может быть, роману доктора. Там был «Фаулс», там была «Айрис Мёрдок», там была совершенно фантастическая подборка латиноамериканской прозы. Ну, там, не знаю, Донна Флора и четверо ее мужей, там, да, Жорже Амадо. Или там Марио Варгас Льоса со своими вещами. Там были какие-то фантастические вещи японской литературы. Например, мне очень памятен роман «Человек-ящик» Коба Абе, который тоже на меня очень сильно повлиял. Там были вещи Кендзабура Оэ, Ясунари Кавабата и много таких вещей, о которых мне просто не снилось ничего. Я узнала о Курте Вонегуте из журнала. И, кстати, это мне сослужило хорошую службу, потому что я приехал в Москву поступать на ГИМО. А вы знаете, перед экзаменами там были собеседования такие, чтобы отсечь всех неправильных ребят. Как бы по результатам этого собеседования ты узнавал, допущен ли ты к экзамену вообще или не допущен. Так вот, собеседования проводились тоже такими же молодыми ребятами. Может быть, это были ассистенты кафедры, может быть, это были аспиранты. Ильдар, простите, а какой год был это, когда вы пытались 83-й поступить? Год, да, 83-й год. 83-й, ага, хорошо. На факультет международно-экономических отношений, да. И со мной вел вот молодой человек это собеседование, он так устал, потому что передо мной было там человек 50, может быть, ребят, которые ему говорили довольно банальные вещи какие-то. Он спросил, что я читаю, я сказал, что я вот прочел недавно роман «Завтрак для чемпионов». Он заинтересовался, и дальнейшие полчаса мы просто у нас прошло в обсуждении этого романа, пересказе, его подробностях и так далее. И да, меня допустили к экзаменам, и там была интересная тоже дальше история. Я пришел на сочинение, а у меня была золотая медаль, я такой приехал, я думаю, я напишу сочинение на пятерку, и дальше мне экзамены больше не нужны и так далее. Сочинение, да, все в порядке, но только тема для сочинения была. Ну, что бы вы думали? Лениниана в творчестве Мариэтты Шагинян. Но я просто выпал в осадок, потому что с Шагинян я как бы знаком не так, чтобы лично, но очень отдаленно. Нет, конечно, я знал о ее существовании, но то, что Лениниана, для меня это был удар жестокий. Это я сейчас уже знаю, что Мариэтта вообще, когда я там занимался Петровым Воткиным, я, например, считаю, что она один из лучших текстов о Петрове Воткине написала Мариэтта Шагинян в журнале «Русское искусство» там в 1923, к примеру, году. Да? Но это я сейчас знаю. А тогда
ну, было какое-то там ее книжка, там «Семья Ульянова», где она активно пробивала идею о том, что корни Владимира Ильича вообще в калмыцкой некой среде. Там какой-то родственник у него там калмык, например. Да? Вот это вот мне запомнилось, потому что это действительно предметно, это нарративно. Я представил себе Ильича в виде калмыка, где калмыки, там татары, это все рядом, это близко. Но вот написать сочинение на эту тему, вообще это для меня был просто ужас ужасный. И тем не менее я что-то выжил, какие-то капли из себя выжимал, написал и получил двойку. Получил двойку, я такой понуро иду, а у нас там уже организовалась некая группа ребят, друзей, мы подружились с разных факультетов. Там был международно-правовой факультет, международных отношений, причем отношения были Восток и Запад. Я познакомился с одной девочкой, которая симпатизировала, она владела в совершенстве китайским языком. Она поступала на восточное отделение. И она мне говорит: да не парься, подай на протест, а протестуй, а вдруг что-то не так. Я такой: неужели это возможно? Ну, да, вполне может быть, что я получу двойку, потому что я не знал эту тему и так далее. Она говорит: да подай на... Да, и в общем я это сделал благодаря ее рекомендации, ее совету. Была комиссия, которая вытащила мне мою рукопись, и обнаружилось, что у меня было 4 неправильные запятые. То есть никаких орфографических ошибок, ничего. Просто 4 запятые. Может быть, не там поставлены, может быть, их не было вовсе. А существовало такое правило, что 2 пунктуационные равняются 1 орфографической. И как бы 4 пунктуационные равняются 2 орфографическим, а это значит 4, это как ни крути, это никакая двойка. То есть вот таким образом пытались отсечь меня и там других провинциалов там, из регионов, нерадивых, без связи, без семейных, так сказать, связей и так далее. И, в общем, я получил 4 и право там сдавать другие экзамены. Но у меня все, конечно, упало, потому что это был жестокий удар. Я никогда в жизни 2 не получал. И получив эту пару, я, конечно, так немножко уже все, со мной случился припадок нервный. Остальные экзамены я сдавал так уже слегка. Тем более, что в этот момент в Москве шел Московский кинофестиваль. И я уже занимался не подготовкой к экзаменам, а ходил, смотрел кино. А кино меня приучила моя сестра, киноманка. И я до сих пор помню, что мне надо было готовиться к экзаменам, по математике, по-моему, экзамен был, а в 7 утра в кинотеатре «Зарядье» был просмотр «Джульетта и духи» Феллини. Ну что вы думаете, я пошел на этот просмотр, а вовсе не на подготовку. Ну и вот, потом была Казань, потому что, не поступив в МГИМО, я решил, что я в Ташкент не вернусь, либо на щите, либо со щитом. Вот так вопрос стоял. И я поехал на родину своего отца и думаю, что да, вот Казанский университет, почему нет, Лев Толстой, Владимир Ильич Ленин, в конце концов, будь он не ладен, из-за которого я получил эту пару. И вот я легко там сдал экзамены, я поступил на юридический факультет. И вот во время учебы у меня там был действительно такой вот кумир, преподаватель, человек, которому я неровно дышал. Это Давид Исаакович Фельдман. Это профессор международного права. Слушать его было одно удовольствие. И при всем при этом, что он был уникальный специалист, и он был соавтором ряда учебников по международному праву, где по этому учебнику учились везде, и в МГУ, и в ЛГУ, и в каких только институтах и университетах. Так вот, он вообще был поразителен по охвате интересов, потому что он читал лекции, перемежая их со стиходекламацией. Он мог рассуждать о правовых формах признания новых государств, да, и разразиться целой поэтической одой, имеющих тематическое отношение к этой вот форме правового регулирования. Да. Это был, конечно,
очень с широким таким охватом интересов человек, но больше всего меня поразило то, что я нашел его публикации, которые датировались 46-47 годом по международному праву. И это было невероятно, потому что ну, там, я учился в 86-87 году, а почти полвека назад этот человек вот за кафедрой, стоящий напротив меня, он уже о каких-то там правовых формах Организации Объединенных Наций уже там чего-то писал, подписывал, и все это признавалось на высоком уровне. Вот это вот как бы вот отношение к некой легенде, потому что он для меня был легендой. Кроме того, он очень эффектно читал лекцию. Вот, но я хотел вот про Давида Исааковича Фельдмана, потому что он действительно очень важный для меня человек. Просто благодаря вот его лекциям я понял, что такое презентация и репрезентация. Это очень две большие разницы, как говорят в Одессе. Вот Фельдман очень красиво подавал ту информацию, которой владел. И вот вдохновенно, разгоряченно даже в чем-то, да. Вот я слышал, что вот писатель Николай Кононов как-то даже вот сказал, что поэт, он должен быть красивым, конечно, да. Ну вот, причем поэты, они красивы каждый по-своему. Например, вот чисто внешне Мандельштам или Хармса очень трудно заподозрить в том, что они красивы так же, как Марлон Брандо или Пол Ньюман, например, да. Но они красивы тем, за что их нельзя не полюбить, вот от чего нельзя отделаться. Так вот, Фельдман своим прекрасным профессорским обликом как раз и заставлял нас, студентов, полюбить ту науку, которой он был предан всю жизнь. И неважно, если эта наука служила в разные этапы своего развития каким-нибудь неправедным, неблаговидным целям, но главное, что он делал это красиво. В общем, это для меня наука. Кроме того, иметь свое мнение и уважать мнение других. Вот это тоже вот очень важный момент, который я почерпнул от общения с ним. Вы знаете, я, наверное, все-таки перейду уже в область вопросов, потому что уже, наверное, много я могу утомить людей. Как вы считаете? Ну, смотрите, я не знаю, как можно перейти... И к вопросу, я бы задал вопрос, который, по-моему, органично продолжает. Ильдар, скажите, пожалуйста, а вот как, с чего и, может быть, с кого началось ваше профессиональное вот это вот перерождение, так сказать, в искусствоведа, коллекционера, галериста? В какой момент произошел вот это вот включение этого как бы в вашей жизни? Да, с кого или с чего? Да. Законный совершенно вопрос, и, конечно, у меня тоже он был. Просто я хочу сказать, интересно, что поскольку, да, это происходит под эгидой Пастернаковского музея, да, я просто хочу напомнить, что Пастернак поступил ведь на юридический факультет, вы знаете, он довольно быстро перевелся на филологический, но, так сказать, начало было на юридическом. И еще один человек, которого я чрезвычайно ценю, и я думаю, все его любят как актера, Сергей Юрьевич Юрский, он учился на юридическом факультете тоже. Так что у вас есть такие хорошие товарищи. Этот список можно продолжить. Александр Николаевич Бенуа, да, он воспитанник юридический. Моему Лев Николаевич Толстой тоже начинал в Казанском университете. Причем в Казанском университете. Специальная аудитория, где он сидел. Да. Ну хорошо, к вопросу, Слава. Да. Да, вы знаете, это стремление к систематизации, классификации. Она у меня, наверное, все-таки я приобщен был своим отцом, потому что была библиотека, были книги расставлены по темам. Более того, друзья отца, некоторые из них были заняты в геологии, приносили минералы. У меня была коллекция минералов. Мне очень нравилось что-то складывать. Потом какие-то календари, фантики. В общем, вот этот мир коллекционирования, он как бы предметный. Он возник сам по себе, он продолжался. Он, может быть, вариации какие-то, формы принимал. Но с изобразительным искусством произошла такая история, что моя старшая сестра как-то меня взяла с собой на выставку в Музее искусств, на выставку Николая Константиновича Рериха
Причем я могу по истечении этого времени, этих лет, десятилетий сказать, что Рерих вообще один из моих нелюбимейших художников и не относится к тем, в адрес которого я с придыханием могу говорить. Но, тем не менее, это действительно был такой импакт, такой импульс, который меня зарядил на долгие годы, потому что это какое-то волшебное ощущение того, что это даже не фотографическое отражение того, что ты видишь вокруг себя. Да? Ну вот там, вот, например, был горный цикл его, да, его Шамбала. А это несколько декоративных, таких довольно иллюзорных таких вещах, тонах, цветах было сделано, что это просто приковывало внимание. И ты рассматривал это с любопытством, понимая, что вот этот художник, он сам придумал что-то такое, вот, что отличает его от других. Мне никогда не нравились соцреалисты именно по той простой причине, что они отражение журнального, киношного, того, что ты видишь. А вот художники, которые мыслили другими категориями, вот этим меня Рерих, что называется, взял. Потом были и другие выставки, которые, опять-таки, с помощью сестры я уже там в своем тинейджерском возрасте видел. Но в годы своей учебы в университете я подружился с художниками, с ребятами, и вот общался очень долго с ними. Много было выпито, и много было сказано. И вот как-то от общения с ними я стал понимать, что к чему. Вот, я не знаю, богатство красок, линии, пятна. Все эти категории, они возникли не сами по себе, а от общения, от долгого рассматривания картин. Да, я увлекался творчеством казанских художников. Потом надо было просто двигаться дальше, интересно, раздвигать границы, следить за тем, что происходило в мире раньше, происходит сейчас. Ну, собственно, так вот получилось, что я из юридической практики, из своей специальности правоведа, специалиста по хозяйственным вопросам. В конце концов, когда представилась возможность, я решил открыть такой вот галерейный и издательский проект, посвященный изучению изобразительного искусства. Я ответил на ваш вопрос? Да, в общих чертах, да, понятно, понятно. А скажите, Эльдар, а в детстве какого-то такого не было у вас импринтинга искусства? Вот там, например, не знаю, вот, например, у меня был набор марок русского музея, по-моему, Третьяковки. Я не очень мог увидеть, что там, но это было какое-то первое такое впечатление о том, что это может быть крупно, ну и там какая-то мамина коллекция открыток и, там, не знаю, репродукции из «Огонька». Это действительно было что-то в этом такое утешительное и приобщительное, перебирать это тактильно просто с этой разрушающейся бумагой, там как бы в самых неожиданных местах, короче говоря, меня подстерегали какие-то, ну, вот эти эстетические впечатления, там на развороте медицинской энциклопедии, там какой-нибудь Гоген в нормальном изображении и в том изображении, как это видят дальтоники. И, ну, как-то это странно потом, ну, вот приковывало внимание к предметам искусства. Ну, окей, это я зачем-то о себе рассказываю, просто скорее вот мне интересен, как у других людей вот это вот, ну, ранний, ну, когда первый раз зацепило, условно говоря. Ну, вот вы сказали про Рериха, на самом деле все понятно. Спасибо. А вообще трудно узнать, когда именно вот щелчок этот произошел в твоей голове, потому что действительно мы питаемся какими-то визуальными впечатлениями. Для меня вообще коллекционирование и обращение к изобразительному искусству, оно связано с визуалистикой. Я даже приходил к друзьям своих родителей, коллега моей мамы по работе, и у них там в серванте стояло богемское стекло, например, да, разные вазочки. И мне интересно было исследовать то, что они однородно подходят друг к другу. Да? То есть они как и бы из одного помета все. Но они все разнородные, они все отличаются. Что-то здесь как-то не так, здесь как-то по-другому и так далее. То есть меня вот бесконечно интриговал вот тот момент разнообразия вот в каком-то частном общем. И да, были марки, были календари, было все, были какие-то этикетки от конфет, были спичечные коробки, были виниловые пластинки. Эти конверты – это подлинные произведения искусства. Я потом уже в Лондоне увидел целый магазин, который торгует именно вот
виниловыми пластинками вот с этими вот изображениями конвертов, сделанных, кстати, первоклассными художниками. Эльдар, а как Петербург в вашей жизни появился? Сейчас же, насколько я понимаю, это, ну, как бы один из родных ваших городов стал Петербург. Да, Петербург не случайно. Вот, кстати говоря, сейчас в галерее проходит выставка коллекции Петра Корнилова. Это такой важный в нашей истории музейщик. Он вообще казанец, уроженец Казани. Работал в Казанском музее в 20-е годы. В 30-е годы он работал уже в Петербурге, в Ленинграде, зав. Отделом графики Русского музея. И там, поскольку мне было проще, как человеку из Казани, познакомиться с наследниками Корнилова, я в 90-е годы уже стал с ними общаться, приезжать к ними. И вот так получилось, что я стал как-то в Ленинграде своим человеком, меня передавали уже. Питерский казанец такой, да. Да, и как бы я был посланец Казани в Ленинграде, и вот потом взаимодействие с музейщиками казанскими и ленинградскими. Ну вот как-то так взаимопроникновение произошло. А потом я увидел, что Ленинград – это просто клондайк по части идей, людей, направлений, мыслей. Ну, просто одному человеку не под силу это все поднять. И, в общем, решил, что я по мере своих сил буду этим заниматься. Да. Вообще страшно интересно было бы, конечно, ну, я не знаю, поговорить. Я все ждал, слушая вот одну из лекций Эльдара, когда он выйдет на абериутов. И, конечно, вы вышли на них довольно скоро, так сказать, да, через этих художников, которые действительно их иллюстрировали, с которыми они дружили. И, ну, как бы, глядя в 20-е, 30-е годы, конечно, невозможно не знать что-то. И я думаю, что, ну, мне было бы страшно интересно с вами поговорить про абериутов, потому что я уверен, что вы чувствуете через художников, про них что-то вы знаете, чего только через стихи там или какие-то, да, словесные вещи, может быть, мы не чувствуем и не знаем. Да. Это отдельный такой, ну, это отдельный разговор, конечно. Но я могу добавить, Дмитрий, что вообще ощущение абериутского и хармсовского изобразительному очень сильное. Несмотря на то, что, ну, кроме отдельных эпизодов, там, связанных с Хармсом и Малевичем, там, или Заболоцким и Филоновым, ничего такого общего у них нет. Но очень важно утверждение Хармса о том, что жизнь надо воспринимать как чудо. Да. Вот это вот обнаружение чудесного во всем, в каких-то мелочах, подробностях, деталях, это свойственно изобразительному искусству и поэтическому творчеству тоже. Это некое объединяющее начало. Поэтому это вот то поле, где вот они все вместе, все рядом. Ильдар, а скажите, пожалуйста, вот ваша там обширнейшая издательская программа, ваша, ну вот это вот... список выставок каких-то часто ну, просто феноменальных, типа там круга Петрова-Водкина, его учеников и так далее. Вот из того, что вы сделали, ну или с начала своей деятельности, или вот в последние годы, самый какой-то дорогой проект, ну, обычно, конечно, говорят, вот, что последнее то и самое важное, но вот что для вас было каким-то прям, ну вот каким-то, вы ощущаете как собственную веху, как там, ну, вас самого перепахало, условно говоря, вот какой-то из ваших ну, вот, созданий, там, выставочных или книжных, или вместе. Слава, я понял вопрос, но я должен признаться вам в одном не очень красивом утверждении. Дело в том, что я изменщик, я большой изменщик. И я могу сказать, что я сегодня люблю там вот этот свой проект. Завтра я скажу совершенно другую вещь. Послезавтра еще там в корне противоречие всему высказанному впереди. Понимаете, я как воронку затягиваюсь в каждую очередную тему. Меня это увлекает. Я погружаюсь внутрь этого господина, которым я увлечен. А когда я выпускаю этот проект, у меня уже... мои радары настроены уже на что-то другое. Поэтому я, наверное, сейчас скажу, что
нет такого ультралюбимого проекта у меня. У меня ультралюбимый проект впереди. Я ему молюсь. Вот то, что впереди, дальше, пожалуй, я ему присягну. Все остальные родные, все мои дети. Но вот, тем не менее, я смотрю вперед. Друзья, если кто, можно включить сейчас микрофоны, если вы здесь, потому что мы видим черные такие квадратики, да, но если вы здесь, можно включать микрофоны и задавать вопросы. Да, Слав, прости. А, вот Таня Нешумова спрашивает, расскажите о работе над первыми выставками в галерее, если можно. Ага. Да, это такие забавные очень случаи, истории. Я, наверное, да, могу ими гордиться. Вы знаете, элемент случайности. Но это так же, как с абориутами, Дима. Опять вот мы возвращаемся к этой теме. Да, элемент случайности везде играет главную роль. Кто-то встретился, кто-то что-то сказал. Кто-то кому-то дал верный, правильный телефон. Мне повезло оказаться в том самом месте, где нужно. Иногда я думаю, что кто-то свыше управляет моими действиями. Очень многие ранние проекты, вот первые выставки как раз Таня упирает на них, были сделаны как случайные проекты. Вот, например, там я оказался в помещении Лосха на Мойке в Ленинграде. Да? И там есть такое огромное помещение большое, в котором почему-то в тот момент, когда я оказался там, задумали делать ремонт. И освобождали шкафы от всякого барахла, которое там в этих шкафах находилось. И вот я просто был свидетелем того, когда сотрудники ЛОСХа, ну, это Ленинградское общество союза художников, вы все знаете эту аббревиатуру, это союз художников, вытаскивали некие папки работ, куда-то перетаскивали. И я помогал, я вызвался помочь им в этом, я открыл эту папку, и там оказались акварели Николая Федоровича Лапшина, например. Очень интересного художника, акваляриста. Он в свое время победил в мировом конкурсе на лучшее оформление путешествий Марко Поло в 1932 году. Mm-hmm. Есть такое издательство Limited Edition Club в Нью-Йорке, которое организовало мировой конкурс, и там участвовало 300 художников анонимно. Никто не знал, кто за что какие рисунки отвечает. И вот в этом анонимном конкурсе человек из Советского Союза вдруг оказался самым главным. Вот это был Николай Лапшин. Николай Лапшин входил в некий триумвират ленинградских художников. Лебедев, Тырса и все другие, которые занимались историей детской книжной иллюстрации. Он был одним из толпов детской книжной иллюстрации. И вот я вижу эти акварели и говорю, ой, а где еще могут быть работы Лапшина? Угу. И мне заведующий отделом графики Лосха говорит, ой, а ты знаешь, а вот есть телефон моей подруги, приятельницы, она тебе что-то там скажет, расскажет. Она мне дает этот адрес, я приезжаю к этой подруге, она говорит, ой, более того, я знаю, где живет его сын Лапшина. Правда, он живет во Владивостоке, это довольно далеко, но я не знаю, вы можете позвонить и узнать, где остальные работы Лапшина. Я пишу письмо во Владивосток. Выясняется, что сын Лапшина умер несколько лет назад. Но его невестка говорит, да, приезжайте во Владивосток, у меня на антресоле лежат целые папки работ Николая Федоровича. Я беру билет, лечу во Владивосток. И вот совершенно вот выпавший из поля зрения специалистов-художник благодаря этой находке вдруг занял свое место, в конце концов. Я организовал выставку, я опубликовал альбом его произведения, за который, кстати, получил серебряную медаль Академии художеств. Тогда еще раздавали не всем подряд, как сейчас, а только тем, кто этого действительно реально заслуживал. Ну вот история как бы вкратце рассказанная по одному проекту. Их так много, Таня, я вам лучше отдельно расскажу как-нибудь за чашкой чая. Хорошо. У кого-то есть еще вопросы, дорогие друзья? Можно писать, можно спрашивать, потому что, конечно, уже скоро все-таки мы будем завершать программу, поэтому вы... Так.
кто-то что-то пытается сказать, но мы вас не слышим. Может быть, надо включить микрофон. У меня вопрос. А, Тань, ага. Да, если Тань. Можно, Ильдар, вы могли бы рассказать, ну, еще были такие художники, кроме вот Лапшина, которых вы как-то вытащили из забвения? Но это будет вообще нескромно звучать, но я всех художников, которыми занимаюсь, так или иначе вытаскиваю из забвения, потому что мне интересны художники, лишенные взгляда, лишенные как бы такого пристального интереса, да, которым не обнаружился интерес. Вот эти периферийные моменты меня очень увлекают. То есть это не говорит о том, что я готов там подобрать с обочины какую-нибудь полную бездарь, а именно те, которые незаслуженно оказались на обочине. Так что все мои проекты в первую голову – это раскрытие вот этих вот пострадавших, что ли, вот, в рубке времени, в рубке эпох имен. Я из этого и исхожу, когда я обращаю внимание на какую-нибудь очередную фигуру. Ну, даже вот проект Петрова-Водкина, он обращен не столько к нему самому, сколько к его ученикам, которые делали ему историю. Да. И вся его педагогическая деятельность, можно долго о ней говорить, рассуждать, но без прямого соприкосновения с учениками, с тем, что они сделали, невозможно понять величие его как художника. И какие они разные, и как они далеко от него уходят. Потому что абсолютно, это не всяким дано ученикам, так сказать, уйти от учителя, при том, что действительно они ученики, а не просто там... слушателя подражать. Да. А про Всеволода Петрова, вот это для вас было важно, ну, тоже ведь, наверное, какой-то важный сюжет. Меня, например, он, конечно, восхитил и поразил своей повестью, но я как раз с его искусствоведческой деятельностью, не зная о том, с кем имею дело, но только как раз в его монографии, в альбоме, в книжке про Лебедева сталкивался прежде, но я совершенно не представлял себе ни его биографии, ни его круга общения, ни среды, из которой он был. Оказалось, что вот он такой автор одного, но очень интересного романа или повести, которая специфическая, турдейская, Манон Леско, его воспоминания чрезвычайно ценные и стилистически изысканный круг, в котором он как бы вращался. Вот. Я не знаю, в чем мой вопрос. У вас, да, Слава. Я понял вас, да, Слава, но я должен сказать, что без его занятия искусством эта повесть бы не состоялась, потому что наверняка тот круг высокого напряжения, в котором он находился там в 30-е годы, то различие, неразличие, то, с кем он сходился, вот это вот послужило как раз вот гигантским таким очень важным фактором того, что он написал. Но мне всегда обидно слышать, что он автор одной книги, потому что, зная его искусствоведческие писания, ну, я просто вам могу сказать, что он один из ключевых историков искусства, по крайней мере, по ленинградской школе. Потому что вот эта вот выставка, посвященная ему самому и его кругу, это попытка реконструировать те знания, положения, которые он высказывал в 50-е, 60-е годы о них, но которые под тяжестью лет забылись или ушли на какой-то второй план, потому что Петрова давно не републиковали. Ну, я думаю, что последние лет 15 не републиковались его статьи. Единственное, что вот альбом, посвященный мир искусству. Ну, вот можете себе представить, что по этому ключевому объединению, художественному объединению, не было монографии долгие годы. Петров ее написал. Это там начало 70-х годов. Причем он долго ее пробивал. Там, пробивал с потерями, с утратами большими. Так же, как было с монографией о Лебеде. Ну, в общем, вот для меня он, конечно, был такой фигурой, которую, извините за эту немножко грубое сравнение, которым можно было попользоваться. Потому что благодаря Петрову можно было направить этот фокус света на многие фигуры ленинградской художественной общины. И да, там тоже очень много случайного произошло. Я, наверное, вам рассказывал или нет, если вы помните, как мы открывали этот письменный стол Петрова.
закрыты на все эти ключики. Это громадный стол, я не знаю, там, допотопных времен, который запрещено было открывать вдовой Петрова после ее смерти. И мне удалось просто уговорить наследника Петрова, его зятя, с тем, что, потому что я искал материал о Ювачеве-старшем, и я почему-то была полная уверенность, что там должны были быть материалы Ювачева. Кстати, совершенный Ювачев. Да. Когда я полез туда, там оттуда все посыпалось просто. Все эти его военные дневники, все эти его короткие рассказы, его наблюдения, его тексты, то, что я опубликовал отдельным изданием, что, в общем-то, дает понимание, расширяет представление о нем, как о человеке высокой культуры. Вот, кстати, да, совершенно безумство храбрых. То есть вот издание Ивана Ювачева, вашими усилиями предпринятое, это, конечно... Оно вытащило Петрова, да. Да, это тоже вековое такое событие, потому что как? Да. Кто бы еще? Да. Слушайте, ну, не знаю даже. Давайте, да, можно бесконечно разговаривать, но есть какие-то, да, временные такие пределы. Поэтому давайте, ну, там буквально последний вопрос. Если он есть у кого-то, но люди как-то молчат. Хорошо. Тогда, значит, ну, понятно, что можно еще говорить и говорить, и страшно интересно. И, может быть, я надеюсь, что, может быть, что-то еще, просто очень хочется что-то еще придумать, чтобы можно было поговорить. Приходите на выставку у Корнилова, я вас всех приглашаю, да, замечательно, будет повод для встречи. Да, это замечательно. До которого числа... Она будет до сентября. Дима. Да, надо стремиться, потому что сейчас я сижу в Париже. Это, конечно, не последний город, так сказать, в смысле музеев и галерей. Я думаю, что моим первым выходом в свет будет вот посещение выставки, потому что я соскучился уже по общественным местам. Естественно. Но я завидую, да, всем, кто сможет прийти к вам вот так вот на эту выставку. Но может быть, в сентябре и получится уже приехать, но пока не понимаю, может быть, в октябре. Но, во всяком случае, осенью я хочу вернуться. Вот. Слушайте, ну, спасибо, Ильдар, огромное за то, что вы сегодня рассказали. Все это невероятно было интересно, и у меня, конечно, попутно возникали всякие вопросы. И про Тимирязевскую академию, где я сам работал, как неудивительно. Да вы что? 2 года, да, и где работала моя бабушка, которую я никогда не видел, но придя туда, по распределению из моего института иностранных языков на 2 года, значит, я еще застал пожилую совсем женщину, которая буквально через месяц выходила на пенсию, и которая, увидев мою фамилию, спросила, а не вот Клавдия Александровна, вы знаете? Да, и это моя бабушка, которая умерла в 45-м году, и которую я, разумеется, не видел, отцу было 11 лет, да, но я видел, ну, так сказать, ее фотографии, вообще все это меня страшно интересовало, и вот я увидел человека, и понял, я совершенно случайно попал, я не знал, что она там работала, и вот я понял, что я попал не случайно, конечно, это вот про случай, да, и почему мне так нравилось вот это стихотворение Ходосевича, я понял, если там сны приснятся, пусть в них лучше повторятся, детство, ранние года, что-то там... Петровско-Разумовском. Да, я пытаюсь вспомнить, да, вот что-то на снег на дворике московском и в Петровско-Разумовском пар над зеркалом пруда. И меня завораживали эти стихи, я понял, что это тоже какая-то неслучайность, да. В общем, Тимирязевская академия. Потом я хотел про мусульманство там расспросить вас, еще какие-то вещи, но уже нет времени. В общем, спасибо огромное за сегодняшний рассказ и за то, что вы делаете вообще, потому что вы, конечно, делаете действительно большое дело. Я говорю без всяких таких, да, лишних каких-то таких эмоций, а именно, ну, просто как факт. Это действительно здорово. Так что огромное спасибо.
А последний спасибо, можно пожалуйста. Еще для того, чтобы замкнуть круг. Я хочу вступиться за жанр воспоминаний мемуаров, в том смысле, что это не бесплодный старческий жанр. Все-таки один из наших Холмс и ваших однокашников исторических, Лев Николаевич Толстой, все-таки начинал с этого, когда он еще был полон сил разнообразных и творческих, и прочих. Вот, много в жизни. Да, это была еще провокация. И таких я понял, но я должен был повестись на нее. Да-да-да, признаков старческого слабосилия в Эльдаре тоже как-то пока не проглядывается. Благодарность и страшный интерес в этот ужасный жаркий день. Вот, не то чтобы прохладой повеяло от вашей речки горной и так далее, но все равно все было замечательно. Спасибо огромное. Спасибо вам.